Первый заместитель главы администрации Ленинского района Дмитрий Волков встретился с коллективом Центра социального обслуживания «Вера». Встреча состоялась по инициативе главы муниципалитета Валерия Венцеля. Без общения с людьми, которые каждый день на местах сталкиваются с вопросами и потребностями жителей, невозможно выстроить продуктивную работу. В Ленинском районе социальная сфера – одно из приоритетных направлений. Дмитрий Владимирович рассказал о предполагаемом развитии отрасли и попросил собравшихся добавить свои наблюдения и мнения. Далее, по традиции, участники встречи могли задать интересующие их вопросы. Прежде всего, людей волновали профессиональные проблемы. Например, речь зашла об отделении реабилитации для детей-инвалидов в Развилке. Во-первых, там плохая сама транспортная доступность, а во-вторых, сама дорога, которая туда подходит, там нету ни одного тротуара. То есть мама с коляской или с ребенком-инвалидом, она должна идти прям по обочине вдоль проезжей части. У нас мысли, мы сейчас это прорабатываем, вы абсолютно здесь правы, по левой стороне, как идем от остановки, сделать тротуар, а потом сделать соответствующую зебру, переходящую, где могут идти и в колледж Москвы, в том числе и в наш центр, и, соответственно, в школу искусств. Была затронута тема работы скорой помощи на территории района. Сейчас еще Минздрав выступает с такой инициативой. Если раньше одна карета там и сейчас на скорую помощь, особенно в поселениях там Володарского, еще туда вообще, говорят, не доедет, на 10 тысяч жителей одна, один экипаж. Соответственно, сейчас прорабатываем, чтобы на 5 тысяч, соответственно, один экипаж. Увеличение количества необходимо. Беседа оказалась конструктивной. Были подняты вопросы строительства новых детских садов и открытия медицинских учреждений на территориях жилой застройки, проблемы с записью к врачу и оптимизация работы объектов здравоохранения. Благодаря вот такому диалогу получаешь обратную связь. Я вот хочу вас за тот час, который я с вами сегодня провел, поблагодарить. За то, что вы вот искренне оказались, со своими эмоциями, с нормальными эмоциями. И возмущение – это правильно, потому что должно быть чувство справедливости. Много вопросов здесь было задано. Мы хотя бы услышали, и про больницу услышали, и свои проблемы какие-то. Конечно, не нужно обязательно. Все присутствующие нашли общение интересным и полезным, а также выразили надежду, что подобные встречи будут проходить и в будущем.